Всем доброго времени суток. Сегодня у нас на обзоре втулка Octane On Orbital Pro SS. Так, ну, наверное, начнем с самого главного. Осмотрим коробку. Достаточно плотный картон, как мы видим. Красивая, оранжевенькая. Повсюду надписи бренда. Так, вот так выглядит. Открываем, что же нас ждет внутри. Тоже красивая надпись с названием бренда. Так, ну и самое главное здесь, это наша втулка. Коробка нам не понадобится. Сейчас я поподробнее о ней расскажу. Так, а данная втулка у нас под Single Speed рассчитана. Как мы видим, она под 10-ю ось. Такие оси прочные. Как бы втулка говорит сама за себя, что будет служить надежно, долго. Красивая анодировочка. Красный вишневый цвет. Я ее покажу поближе, чтобы вы смогли ее осмотреть. Надписи Octane On повсюду на ней. Так, ну что я хочу про нее сказать? Это задняя втулка. Стандарт у нас дропаутов 135 миллиметров, 10-я ось, прочная, мясная, под дисковый тормоз. Вот здесь мы видим крепление под дисковый тормоз, достаточно интересно производитель сделал, такая как бы брутальная и при этом легкая конструкция. Сюда вставляются наши 6 болтов и крепится ротор. Так, ну что мы видим здесь? Здесь у нас драйвер под 10 зубов. Только послушайте этот волшебный звук. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Как собачки в ней звучат. Так, что еще я хочу сказать про эту втулку? Цепи у нас с ней совместимые 1,8 дюйма. Вес втулочки у нас 495 грамм. Втулка рассчитана под 32 спицы. Вот. Данная втулка отлично подойдет тем, кто хочет катать экстремальные дисциплины. Вот, и при этом не хочет заморачиваться скоростями. То есть людям, которые катают тёрд, стрит, вот, она будет идеально подходить. Вот. Достаточно мясная, прочная. Фланцы у нее, смотрите, какие жирные. Сделано усиление со стороны драйвера, чтобы нагрузка распределялась правильно. Вот. Что еще хочу про нее сказать? Данная втулка, она у нас на промышленных подшипниках. Внутри их 4, аж целых 4 штуки, что нельзя назвать как бы плохим количеством или недостающим. Как бы Octane On собрали все, что доктор прописал. Вот, даже болты мы видим, можно закручивать ключом, а можно использовать обычным гаечным ключом, а можно использовать обычный шестигранник. Вот, вот такая красивая втулочка ко мне попала на обзор.
доступна для продажи в моем объявлении. По всем вопросам обращайтесь, спрашивайте, узнавайте. Если понадобятся какие-то дополнительные фото или видео, всегда на связи. Желаю хорошего дня вам и всего доброго.